Хочу торжественно объявить абсолютным победителем за июнь месяц Зубрицкую Наталью. Наталья, это... Самое главное, вручить призовой сертификат на поездку в Израиль. Израиль – это удивительно, это потрясающая страна, поэтому мы уверены, что вы получите массу удовольствия, что вы останетесь в очень, у вас останутся очень положительные эмоции и просто классно проведете время. Если честно, нам очень-очень приятно вот видеть в лице вас своего любимого клиента. Поздравляем вас! Спасибо вам огромное. Я хочу вас поздравить с Днем медицинского работника. Сегодня торжественный день не только для вас и для меня. Я тоже медработник. От души вас поздравляю. Желаю здоровья, любви, успехов. А эта поездка, это как... Ну, вы знаете, я готовилась к этой поездке несколько лет, если честно. Мечтала побыть, ну, честно, вот на святой земле, шуршала по интернету, искала варианты. И тут я купила эту косметику и выиграла поездку в Израиль!